5 ноября с 7 утра до 16 дня будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Курортный проспект от пересечения с улицы Черноморская до Ривьеры, Горького от ЖД вокзала до гостиницы Москва, улица Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с улицы Парковая, улица Парковая от Воровского до Конституции. Будут перекрыты и все выезды с указанных улиц. При этом организуют проезд по выделенным полосам от улицы Черноморская до Яна Фабрицу, от проспекта Пушкина до Учительской, от Первомайской до улицы Горького. 5 ноября на территории города Сочи будет проходить всекубанский марафон, в связи с чем в центральной части города будет ограничено движение. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, к водителям, к пешеходам, к жителям и гостям нашего города об минимизации использования личного транспорта и отдаче приоритета использования общественного транспорта. Кроме того, целый ряд автобусов до 16 часов изменит схему движения. Подробный список маршрутов можно найти на нашем сайте fkt.com или на сайте администрации города.